Всем привет! Мы сейчас комментируем опять вместе с Антоном, и вы можете видеть его довольное лицо справа экрана. Вот, я надеюсь, вам оно понравится и поделится это лицо своим позитивом. Увидите на улице, не бейте, да? Да, не бейте, потому что у него почти черный пояс по карате, так что не бейте желательно. Блин, а ты чуть голову подними, а то ты как-то... Поднимись относительно веб-камеры. Во-во, будь таким человеком. Короче, давай... давай, в принципе, немного мега-аналитики и начнем. Чего? Немного аналитики и начнем, говорю, чтобы меньше часа. Насчет аналитики, у нас там играют команды SGC против Shift. Очень известные команды, одна из Словакии или Чехии там, а вторая из Дании. Вот. Что у нас тут интересного такого, видимо, у нас Баланар есть, у нас есть Клина, у нас есть Визаж, у нас есть Тинкер. Вот, в пике. Ну, баны там, забанили там морфов, силабиров, личей, инвокеров. Ну, все, в принципе, достаточно стандартно, вот кроме там двух, трех, четырех пиков, которые довольно редко появляются. Ты вообще тут? Ну, насмотрелись старых реплеев ДТС у нас, видимо, кранычи всякие, и решили повторить. Что-то у тебя лицо замерло. Это пугает. Нет, я на самом деле шевелюсь. А вот, да-да-да, ты еще жив. Это хорошо. Ну что, давай этот, короче, на раз, два, три будем надеяться, что кнопка паузы сработает. Давай, раз, два, три. Ой. Это что-то было другое. Ща. У меня герои забегали. Не знаю, как у тебя. Блин, сейчас подожди. А вот сейчас у меня забегает. У тебя 40 сколько? Подожди, у меня 54. Так, снизу. 57. 58, у меня сейчас 59, нормально? 10.01. 10. Ну нормально. Ну да, короче, вот. Сейчас снова возвращаю тебя на твое законное место. Ой, пуск открыл случайно. Все, ладно, короче, пора возвращаться к игре. Угу. Так. Ну что, как видите, Zoom мод. Это не мы делаем, так прописали, так прописал хост. Точнее, не хост. Ну да, будет у нас время от времени там камера вверх двигаться. Не, ну сейчас я пока вверх поставил, я думаю, нормально так. Ну, без всяких гангов. Да, ребята, не знаю, что появился бутылек газа, и можно вначале получить преимущество неплохое с ним. Они решили без этого, они и так сильные. А Патма все видит. Да. У тебя, подожди, у тебя сверху, у меня 36, 35, 34, нормально? Подожди. Нет. У тебя сколько? Сверху у меня 20, 19, 18, 17. Ой-ой-ой. У меня теперь уже 4, 3, 2. Что-то я ускорился слишком сильно. Короче, ты чуть-чуть под меня ускорься. Вот сейчас 0.3, 0.4. Подожди. Ну, я на x2. Вот у меня 7, 8. Нормально, 9, 10. 12, уже 13. Я тебя не слышу. 12, 13 у меня, говорю. Ага. Что-то какое-то странное. Да, вообще, просто твое лицо меня очень смущает, видимо. Да. Ничего не выходит. Так, ну ладно, пора говорить об игре. Я тебя не просил. Да нет, ты что, это надо, просто люди должны, страна должна знать своих героев. Так, ну вы видите, что Патма идет против триплы, это довольно стандартно, потому что она сможет сделать лип, но Патму берут не так часто. Парни поняли, так, что... Кроме липа она больше ничего не сможет сделать пока что. Ну да, поэтому она отходит довольно далеко. Был бы лучше здесь какой-нибудь лич, конечно, потому что он может есть крипов. Ну и здесь против пака стоит трипла. Ну там лич-то забанен. А, лич забанен, ну окей. Здесь вот, зажали. Вот, фарм у нас был нар, да. Зажали пака, он понял, что его окружили со всех сторон, поэтому он телепортнулся сюда кометой. Здесь его не достать, только если съедать много деревьев. Его, да Клина может проломать деревья. А, да, кстати, Лина, давай, ты можешь реально скиллом. Опа, все, Лина лесоруб сломала деревья и теперь видит пака. Кстати, Лина-то назад уйдет, нет? Сейчас Блад, Лина, сейчас
Вот, да-да-да, этой тонкой тропиночкой вернется. Краныч получает First Blood. Райс, это, кстати, герой сражений Украины с Данией. Он играл там за Спектру в одном из матчей и эпично отдался под конец, чем решил всю игру. Я так не смотрел. Так что ты всю интригу у меня сбил. Да-да-да, жди. Если ты увидишь Спектру от Райза, то она обязательно отдается. И... Так, ну, на центре 6-1 против 6-0, то есть крипстатс примерно одинаковый у Яцека с Мигелем. А, здесь по тму гонят отовсюду, она не получила вообще ни единицы опыта. И так как Тинкер спокойно фармит, его саппорты пошли... А, ну вот, по тма решила погангать лучше. Ну, хотя у нее стрелы-то нету. Как она будет гангать-то? Че она тут встала? Или она качнула стрелу? Может быть, она ничего не качала, это было довольно логично, потому что она все равно первого уровня будет еще в ближайшие 4 минуты. Чтобы хоть что-то получить. Иллюзии... Манурикен сбить. Да, сбивает Манурикен. Ну, на самом деле, Пугна там до максимума полтинник маны не хватает. Снизу, естественно, трипла фармит, но так как против нее соло-лайн, трипла не может показать свою силу. Она действительно сильная, потому что много дизейблов. Два замедления, два стана, нюки всякие. Ну да, 11 крипов Блонара. Да, в этот момент у Ангела 15. Ну, Ангел это старый тинкер такой. Он старый тинкер. Он тащил за тинкера тогда, когда большинство зрителей еще даже не играли в доту. Так, вот у меня сейчас пауза была такая неприятная. Да-да-да, у меня тоже. Вот, отлично. Вот. Кстати, твое лицо не перематывается, когда ты навожу мышку на твое лицо, варик не перематывается. Это ужасно. Это логично. Нет. Потому что окно-то неактивное. Просто простое лицо Антона. А сколько эмоций-то в эфире? Четвертого левела, кстати, у нас Пак. Он отстает по левелу, потому что пришел тут. Пришли его погонять. Какого четвертого левела Пак-то?